Свой день Алина Акимова начинает не с похода в университет и не с подключения к онлайн-парам. С 9 утра до 5 вечера студентка работает в скорой помощи. Здесь мы помогаем бригаде скорой помощи заполнять карты вызовов и отвечать на вызовы. Мы пытаемся узнать точный диагноз, что произошло у человека, узнаем адрес и куда, на какую станцию нужно вызвать скорую помощь. На смене в колл-центре скорой медицинской работает 7 человек. Алгоритм простой, но ответственность очень высокая. От правильного определения проблемы зависят жизни. Добрый день, скорая помощь слушает. Эти слова Алина произносит в среднем по 100 раз в день. Из-за эпидемии коронавируса в скорую теперь звонят куда чаще, чем раньше. Колл-центр обрабатывает до 1000 звонков в сутки. Каждый третий с подозрением на COVID-19. Температура 38. Скажите число месяца. Какой день держите? Многие наши коллеги сейчас находятся на больничном листе. И, к сожалению, дополнительных каких-то у нас возможностей и резервов нет. И поэтому мы очень благодарны этим молодым ребятам, которые пришли к нам на помощь, которые выполняют у нас, в принципе, довольно ответственные задания, выполняют очень хорошо. Работают студенты в 2 смены каждый день без выходных. Признаются, для них это не только помощь обществу, но и ценный профессиональный опыт. Иван Савинов и Денис Ромашов. День в событиях.